we can take a break. And I'm hot air balloon that flew out to space. We dare, like I don't care, maybe by the way. Because I love alone if you feel like a room without you. Because I love alone if you feel like happiness is the truth. Because I love alone if you know what happiness is to you. Because I love alone if you feel like that's what you wanna do. Here comes the bad news, talking it to that. Just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I love alone if you feel like a room without a roof. Because I love alone if you feel like happiness is a shoot. Because I love alone if you know what happiness is to you. Because I love alone. Bring me down, can't do nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can't do nothing. Bring me down, I say. Bring me down, can't do nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can't do nothing. Bring me down, I say. Девчонки, ну как вам такой красавчик? Понравился Артыку, Катя. А вот тебе, Тим, тебе понравилось? Очень, очень понравилось. А давай посмотрим, как оценили выступление Тимати наши члены жюри. А больше света на наших прекрасных артистов. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9. 10! Ну, а мы продолжаем. Наша следующая конкурсантка Гая Кауки приехала к нам с острова Мальта, где проживает в маленьком поселке, который называют город закатов. Местные жители очень гордятся своей маленькой соотечественницей, которая в 10 лет выиграла международный конкурс «Детское Евровидение». А мы, в свою очередь, желаем повторить свой успех Гае на сцене детской новой волны. Встречайте, Гая Кауки, Мальта! Full of signs, run from the signs.
right on the ground and down. I'll lose myself, no, I won't go down. Cause I have this voice inside that I don't wanna hide. For you to show me I can do it. I know that I can do it. I know that I can make it. Как здесь танцевали, какой восторг! Спасибо бальным танцам, бальным парам. Ну, а теперь оценки жюри. 11, 10, 11, 11, 11, 11. Браво! Следующая участница Данелия Тулешева приехала к нам из Алматы. Девочка так готовилась к детской новой волне, что по ходу подготовки успела выиграть несколько международных конкурсов по спортивным бальным танцам. А также, знаешь, что особенно приятно, она выиграла, о господи, соревнования по детскому бодибилдингу. Она самая накачанная девочка Казахстана. Ну что ж, мы уверены, что эти навыки не будут лишними. Ведь, по словам самой Данели, настоящий артист должен уметь все. Итак, Артек, встречай! На сцене кумир Стаса Костюшкина, Данелия Тулешева, Казахстан! Smile, Jesus, smile.
Артек, у меня очень-очень важное объявление. У нас потерялся мальчик. Маленький лысый мальчик. Зовут Доминик Джокер. Просьба нашедшего, пожалуйста, приведите его за сцену, а то он сам не ориентируется. Кристиночка, мальчик прекрасно ориентируется и уже нашелся сам, разуй глаза. Давай лучше посмотрим на оценки нашего жюри. Ну что, наконец-то свершилось то, что я предвещал. Итак, друзья, ну давайте я растяну удовольствие и скажу. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 и 11 баллов. Знаешь, курсантка Нино Василая из Грузии. Она родом из Грузии, и неудивительно, что ее любимые артисты это Сусо Павлиашвили, Кэти Тапурия, братья Меладзе. И девочке нравятся абсолютно все участники детской новой волны, потому что они обаятельные, веселые и талантливые. А конкурсантам этого года она желает удачи. А мы, в свою очередь, хотим пожелать удачи и ей. Нино Пасилая, Грузия! Сейчас таких в зале не было. Мало аплодисментов сегодня, карты. Видимо, разогреваемся еще. Ничего себе мало. Ты посмотри, как гудит Артек. Ну что ж, дорогие и уважаемые жюри, мы ждем вашей оценки. 10, 11, 11, 10, 11, 11, 10, 10 и 10 баллов получает Нино Басилаева.